заканчивается у меня четвертая неделя, когда я только тренирую ноги, в основном делаю приседания. Фу. Вы видите, я поднимаю блины только правой рукой, потому что левый сустав вообще нельзя нагружать. Еще две недели как минимум. И сегодня самое время поговорить о том, как тренироваться, когда болят, хрустят или еще какие-то проблемы с коленями. Потому что я смотрю в интернете ролики и читаю, и в основном все, что я вижу, это полная чушь. Такая ересь. Люди не понимают вообще вопроса, но советую. Даже если это про, не значит, что он разбирается в таких вопросах. Просто ему повезло избежать травм. Может, у него был хороший тренер. Вот. Сегодня вы узнаете очень интересную тему, которую практически нигде не поднимают. Какое упражнение делать, когда болят коленки, когда проблемы с коленями. К примеру, что выбрать, жим ногами и приседания или разгибание в тренажере, сгибание в тренажере. И вы удивитесь, почему. Но когда я вам объясню, вам станет понятно, что за тренера, что за люди в интернете рассказывают вам о тренировках и обо всем, что касается нашего с вами движения. Вы видите, я пью аминокислоты во время тренировки, БЦАшки из металлической банки, что и вам советую. В основном весь пластик, который используется сейчас, очень вредный. Если он не очень вредный, когда вы первый раз выбиваете воду, закупоренную в нем, то он становится очень вредным, когда вы используете его повторно. Помните об этом всегда. Вот этот тренажер называется гиперэкстензией. Я уже не раз говорил. Именно он помогает мне приседать большими весами. Вы знаете, что у меня проблемы со спиной, межпозвоночные грыжи, протрузии. Боли были страшные, пока я слушался советов врачей. Но вы знаете, как я взялся сам за себя, я уже дошел в приседах, приседаю 200 на 4 повторения, вы видели это в более ранних роликах. Тягу делаю 200 на 6 раз. Есть запас, но дальше я не иду, и, наверное, уже вес поднимать не буду, потому что все-таки не хочу рисковать. Но эти упражнения нужно делать, особенно если вы получили вашу травму, когда вы уже имеете хороший стаж в приседах и в становой. Но начинать нужно, естественно, при лечении с легких весов. А это может быть даже просто палка от швабры. Я приседал с грифом пустым 20-килограммовым почти полгода, где-то около 7-8 месяцев, перед тем, как начал медленно-медленно повышать рабочие веса. А становую я делал почти 2 года с 60 килограммами, не больше. Это все очень важно. Но не забывайте, и каждую тренировку делайте гиперэкстензии и экстензии. Можете в один день, можете чередовать. Не забывайте, что их много вариантов, видов. У меня есть об этом отдельные видео. Сегодня я буду приседать с собственным весом на 20 повторений. Но это чуть-чуть впереди. Пока же сделаем еще один подходик.
Ну вот, друзья, я присел 20 раз собственным весом, как было запланировано. Если вы думаете, что это просто, попробуйте повторить. Итак, вернемся к нашей теме. Что же выбрать? Какое упражнение выбрать? Приседания, жим ногами или разгибание ног, когда у вас какие-то проблемы с коленками? Скажу сразу, никаких разгибаний, пока у вас проблемы с коленями. Не только никаких разгибаний, но и никаких сгибаний лежа. Почему? Когда вы делаете разгибание или сгибание, ваша стопа не имеет точку опоры. То есть стопа свободно в своем положении не испытывает нагрузки. А это очень чревато для коленного сустава, когда вы выполняете какую-то тяжелую работу на ноги, и ваша стопа не имеет точку опоры. Именно поэтому приседания и жим ногами будут гораздо безопаснее для работы при проблемах с коленным суставом. Но не просто безопаснее, а и полезнее. Единственное, что нужно делать, это учитывать рабочий вес и повторения. И рабочий вес, и количество повторений нужно уменьшить. Идеально соблюдать технику. А лучше всего для тренировок при проблемах с суставами подойдут тренировки на медленные мышечные волокна. Если многие из вас думают, что это только один вид тренинга, то вы ошибаетесь. Медленные мышечные волокна можно тренировать на массу, то есть на увеличение их объема, на силу. Да, медленные мышечные волокна могут быть также и сильными. И, естественно, специальный грамотный тренинг на медленные мышечные волокна сделает вас выносливее. Видите, как минимум три разных тренировки на окислительные медленные мышечные волокна. Даже если вы не верите в существование различного типа волокон, или не хотите углубляться в эти познания, вам все равно необходимо их тренировать. Во-первых, для того, чтобы прогрессировать. Во-вторых, для того, чтобы не впадать в состояние плато, в состояние застоя, когда вы не можете продвинуться в росте массы и силы. И, конечно, если вы хотите быть выносливыми, вам не нужно совершать тупых ошибок и бегать в надежде на то, что вы станете выносливее. Это полная чушь и ересь. Тренируйте медленные мышечные волокна, и через 2 месяца вы выйдете на пик возможной вообще для вашего организма выносливости. Еще, что очень важно и для правильной техники, и для выполнения движение грамотно, безопасно. Когда вы ставите стопу в любом упражнении на ноги, вес может быть на пятке, когда вы можете чуть-чуть играть носком, но ни в коем случае наоборот. Вес должен быть на пятке, слегка смещен к центру, но на пятке. Усилие, вектор нагрузки должен четко идти по этой линии. Лучше всего для этого подходят специальные кроссовки, специальная обувь. Видите, плоская подошва. Ни в коем случае не беговые кроссовки. Ни в коем случае не кроссовки для прыжков. Специальные кроссовки для тренажерного зала, либо штангетки, либо другая специальная обувь. Сейчас все практически ведущие фирмы выпускают подобную обувь. Обращайте на это особое внимание, если хотите иметь здоровые суставы. Ни в коем случае не слушайте идиотов-инструкторов или других советчиков, которые советуют вам в приседе, когда вы приседаете, подкладывать что-то под пятки. Этим вы только усугубляете проблему с коленным суставом.
С голеностопным, кстати, тоже. Обладая информацией о том, что стопа должна всегда стоять плотно на полу, либо на платформе, если у вас какие-то проблемы с коленками, вы можете самостоятельно подбирать для себя упражнения, когда у вас какие-либо проблемы с коленными суставами. Либо просто подбирать себе упражнения для безопасной проработки ног. И у вас больше не будет возникать вопроса, какое упражнение лучше и безопаснее для ног. Приседы, жимы ногами или разгибания, изгибания ног. Ведь ответ очевиден. В приседах, в жимах ногами стопа плотно стоит на полу, либо на платформе тренажера. При выполнении сгибаний и разгибаний ног в тренажере, как бы хорошо мы не чувствовали работу наших квадрицепсов, факт остается фактом. Коленный сустав испытывает чрезвычайную нагрузку, что гораздо опаснее любых приседаний, гак-приседов, жимов ногами, естественно, при грамотной, идеальной технике выполнения упражнения. Я всегда даю вам информацию к размышлению, а вы сами вольны прислушиваться к ней или нет. Уверен, данная информация многим из вас поможет, и думающие люди примут ее к сведению и задумаются, а грамотно ли вообще подходить к тренировке ног, начиная после общей разминки, делать те же разгибания или сгибания. А может быть, лучше выполнять это упражнение после приседаний, после жимов ногами. И даже если вы ставите это упражнение первым, подумайте о том, насколько плавно нужно повышать нагрузку, рабочие веса и повторения в данном движении. Особенно, когда вы выполняете его первым номером. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!